Снова здравствуйте, мы с вами на чемпионате EATC 2013, сезон Б. Вот и подобрались мы уже к середине сезона. Оказалось бы, недавно стартовали на первом этапе в Бразилии. Ну и как по традиции, экватором сезона служит украинский этап на трассе Чайка. Ну и поговорим немного о самом треке. Трасса была возведена еще в 1975 году, а 27 июня состоялись первые соревнования. Автодром Чайка в определенных кругах стал уже культовым. Трасса размещена прямо возле границы с Киевом, и среди украинских автомобилистов это самое востребованное место. На малом кольце автодрома проходят соревнования по шоссейно-кольцевым гонкам, которые проводятся на спортбайках. Есть также трасса для картинга, а также кроссовый трек и трек для внедорожников. Длина трека составляет 2 км 800 метров. Минимальная ширина трассы 10 метров, максимальная 15. А в квалификации у нас развязалась жаркая борьба за полпозицию между тремя грантами. Итак, первый ряд у нас завоевали пилоты команды Enigmatic Red Star, полпозицию Александр Котов, второе место Дмитрий Сысоев. На третьем месте действующий чемпион Максим Буневич, и компанию на втором ряду ему составляет Дмитрий Фролов. Пятая позиция Алексей Чешинок, Эндрю Рейс. Следом за ним Игорь Слободин, Займ Рейс. Александр Глушненок, Сергей Глоба на 7-8 позиции. Девятое место Максим Ячков, 10-й Евгений Марков, оба СВК Вираж. Антон Ивановский, Евгений Загладько, 11-12 место. 13-й Стас Филатов, 14-й Максим Жаванин. И последнее место Евгений Панюшкин. Итак, стартуем мы в сложных погодных условиях. Да, дождь. Мало пилотов, собралось 14-15 пилотов. Видать, ребята забоялись таких погодных условий, поехали. Буневич тут срывается. Да, хороший старт, практически с Котом он поравнялся, но закрывает Александр. Да, тут очень опасный первый поворот. Филатов уже вылетает. Ну, по сравнению с прошлым сезоном, очень гладко все прошло. Да. Мне кажется, это из-за скорости все. Не такие большие скорости, будет при дожде. Помог ретратить пилота осторожненько. Да, там Буневич пока выбрался на вторую позицию. Думаю, Скотт он снова они нам подарит интересную борьбу. Или трасса здесь очень огромная. Вот здесь. Так, Буневич по внутренней пытается поджать Александра. Но Александр на выгодной траектории. Лучший разгон получается. Одинаковый балласт у них на машинах. По 60 килограммов. Можно сказать, такие худенькие девушки сидят. Да, помню, в прошлом сезоне кто-то говорил, что именно на этой трассе баланс. Да, в прошлом сезоне вот у этих же пилотов, у Александра с Максом было, если не изменяет память, по 90 килограммов. Ух, здесь Котов цепляет. Но там стартовали с первой сухая гонка. Так, а здесь у нас Дмитрий Сысоев и Дмитрий Фролов бок о бок подходят к первому повороту. В борьбе за третью позицию. Нет, здесь Фролов решает атаковать. Ну, видно, там Дмитрий начинает уже от этапа к этапу набирать темп. Уже сложнее, сложнее с ним бороться. Больше опыта. А здесь Дмитрий вместе делом уже прессингует Глушненок позади на Вольво. Так, что у нас позади? У нас команды некоторые в обновленных раскрасках участвуют. Да, вот No Fear Team. Также по-прежнему Adidas спонсор команды. Ну, опять же, рекламой не занимаемся. Да уж. А вот у нас еще и Enigmatic Red Star новой раскрасочкой. Вот тебя, Дмитрий, спрошу как менеджера, что вот означает вот этот вот окрас, в честь чего он сделан, явно к какому-то поводу он приурочен. Ну да, так как сейчас идет череда таких вот трасс, этапов с стран СНГ, можно сказать. То есть у нас Украина, Казахстан, Россия, да. То есть мы к этим трем этапам решили вот такую раскрасочку подготовить, потом вернемся обратно своему черному цвету. Ну, очень интересное решение. Вот приятно, когда вот у нас команда так. Да, кстати, Александру Котову пришла эта идея. Так. Сам и рисовал. Вот это очень даже неплохо. Так, лидеры так. У нас уходят уже потихоньку. Да, открывается. А здесь у нас за третью позицию опять была борьба. Сысоев, Фролов, два Дмитрия. Никак не успокоится. Ну, мне кажется, пилоты аккуратничают. Все-таки старт с первой дождевой гонки, это опасно вылететь. Да. Убийственный первый поворот, тем более, сколько здесь уже было. Да, у нас первый сошедший есть, Евгений Догладько уже. Да. Череда неудач продолжается.
в который раз Евгений завершает гонку на первых кругах. Слободин Глобал обходит по внешней траектории. Глобал уже подбитая машина. Видно. С помятыми боками. Да, все-таки не без последствий. Стартовый первый круг прошел для некоторых пилотов. Так, здесь на 11-й позиции Антон Ивановский. Борется с Филатовым. Он до контакта доходит, это дело. Перекрещит Филатов и... Ну, это уже грубо. Ивановскому и так уже досталось сильно. Филатов его решил просто добить. Здесь видно машина уже неуправляемая. Да, уже не держит. Ну, что можно сказать, вот, глядя на таких пилотов, ну, ребят, надо готовиться. Ух ты! Да, ну это уже слишком. Да, подготовился. В кавычках. Это нисколько не красит пилотов. Так, ну я думаю, найти... даже таких пилотов нужно выгонять с чемпионата. Тем более не первый этап, он уже у нас участвует. Вот Филатов в результате, я думаю, сейчас. Может даже сойдет, если... Котов поувереннее поехал, уже начинает отдаляться от Дуневича. Да, уже были разрыв. И это уже пару практически не видно уже. Так, а тем временем Фролов прошел Дмитрия Суслова в борьбе за третью позицию. Но тут борьба еще не заканчивается. Трех машин. Лушенёнок тут же подъехал. Так, продолжаем следить за лидерами. Как по словам у нас Александр Котов с Максимом Буневичем, начинает тестить трассу практически чуть ли не за час. Да, и уезжает от остального пилбетона тоже практически на час. Талант не пропьешь. Так, а третий у нас по-прежнему Дмитрий Фролов неподалеку. Следом за ним его тезка Дмитрий Сусоев. И также в эту группу входит Александр Лушенёнок. Как и в турнирной таблице у нас Буневич Макс преследует Александра Котова. Да, неоднократно у них борьба возникает на трассе, сколько раз уже мы видели по ходу сезона. Да, причем предельно вежливо-тактическая борьба. Если что-то там кого-то убивает, то обязательно возвращается в позиции потерянные. И зачастую на последних кругах у нас было все самое интересное. Тоже Бельгии. У, здесь Максим тоже цепляет стенку в последнем повороте. Опасный вот этот поворот левый, просто до безумия опасно проходить его на скорости. Да, думаю, наверное, каждый уже подчиркал бортом об эту стену. Да, или подмял покрышечки там, да. У отбойников. Да, я бы даже назвал бы в Украине это стена всех пилотов. Даже не чемпионов, просто все были там. Да, переплюнули канадскую трассу. Так, 11-й у нас сейчас Стас Филатов буквально ковыляет до финиша. Видно прям, что машина неуправляемая практически. Сергей Гломба тоже изрядно под мятые бамперы у него. Не сберег свою новую ливрею. На такой трассе очень сложно это сделать. Так, лидеры у нас начинают уже обгонять круговых. Те же, в свою очередь, их корректно пропускают. Пролог уверенно на третьей позиции держится. Буневич летает. Да, нашел свою стену. И, похоже, не без последствий. Пробивает он колесо переднее. И вот она, стенка. Эх, в домашнем этапе. Такой досадный сход. Жалко, Максим теряет нужные очки. Ну, тем временем у нас Дмитрий Фролов выходит на... Почему-то у меня третья позиция у него. Ну, это лаг сервера какой-то. Ух, здесь Стас Филатов это сбивает свою машину. На этом повороте было, мы увидели. Так, у нас уже 4 сошедших. Да, вот так вот за один круг. Нет, он лишился двух пилотов. Именно можно сказать. Тяжело некоторым пилотам далась мокрая трасса. Не подготовились ребята должным образом. Как итог, сход. Ну, а те же, кто продолжает, молодцы, борются. Глоба здесь уже безнадежно отстал от Игоря Слободина. Как же
переживают оно сейчас болельщики украинские, потому что сошел их любимец. Конечно же, мы прикалываемся. Ну, есть у нас еще и Сергей Глоба, украинский пилот также. Да, есть еще Надежда. Который идет на шестой позиции. Новые раскраски. Которую он уже подшоркал. Да, прилично так. Бока уже видно, пороги подмяты у него. Интересно, сможет ли он открыть потом дверь на финише. Ну, автоген, конечно, что разрежет. Это же бывает и в реальном туринге. Заклинивает дверь так, что приходится вырывать ее. Да, не редкость. Все-таки контактная борьба присутствует. Ну что, у нас пошел уже предпоследний круг. Лидер очевидный, Александр Котов. Ну, 9 пилотов у нас сейчас в строю. Вот я думаю, Максим Буневич все-таки будет классифицирован 10-м. За 2 круга до финиша он сошел. И 1 очко все-таки он получит. Ну да, еще и плюс 3 очка, по-моему, за квалификацию, за 3-е место. Ну, тоже очки. Будем надеяться, что все-таки закончится этот пресловутый дождь. И мы увидим уже другие скорости во второй гонке. Да, не сказать бы, что очень хорошо в R-Factor вообще проработан дождь. Не очень-то реалистично, откровенно говоря. Поэтому многих пилотов можно понять тогда. Ну, имеем то, что имеем на данный момент. Да, все в равных, условиях. Давайте посмотрим. Онборд лидера чемпионата и данной гонки Александр Котов. Тихо работает Лада Гранта. Очень тихо, но зато переключает она от души. Да, тоже привыкнуть надо к такому звуку. Тихо, скромно. Как и, собственно, весь отечественный автопром. Ладно, не будем наговаривать. Так, ну, так, в принципе, вот... поздравляем Александра. Хорошие так. Очки принес команде. Очередная победа. На второй позиции Дмитрий Фролов. Тоже хорошо стартовал. Ох и... С четвертой позиции две позиции отыграл. Потерял правое зеркало в последнем повороте. Дмитрий. Ну, а зачем это? Облегчил машину. Думаю, да. Зрителям на сувениры уйдет. Да. Так, а третьим у нас финиширует еще один Дмитрий Сысоев. Дополняет общий подиум команды Enigmatic Red Star. Тоже очень стабильная гонка. Поздравляем призеров и всех доехавших ребят. Будем переходить плавно на вторую гонку. Наконец-то закончился у нас дождь. Трасса вроде бы подсохла. Сейчас увидим, наверное, другие уже скорости будут. Это не может не радовать. Поехали, реверсивный старт. Лободин на поуле был у нас сейчас, но, похоже, не лучшим образом принимает старт. Чешунок держится на первой. Да. Слышно, слышно. Не без контактов проходит первый. Этап. Ух, тут как тесно сейчас. После прямой будет. Буневич, Глоба, Слободин. Да. Ай-яй. Буневич, Слободина же своего и также возвращается. Ух, еще тут добавляет кто-то сзади Слободину. Что ж такое-то, домашняя гонка не прет. Да, вот у так Максима. Вот.
одним махом. Ух ты, тут их ушненок. Злоба. Ну, видно, что сразу вцепление с трассой пошло. Вот так вот. Одним махом за М-рейсинг у нас откатилось вот перед полом. Виськов уже без капота на последнем месте. А Евгений Загладьков у нас, похоже, так и не стартовал, или опять я какие-то думаю, проблемы у него. Конечно, не стартовал. Чешинок у нас в лидерах сейчас. Да, давно мы Алексея не видели. На первом месте. Ух ты, там сзади борьба Фролов-Котов. Дмитрий сейчас прошел Александра. Предпоследний поворот еще тут будет, да, контратак. Молодец, Дмитрий прогрессирует. Главное, чтобы велась четкая, адекватная борьба. Воспользовался Александр воздушным мешком. Не получилось. Да, тут сейчас будет еще одна длинная. Прямая или излом даже. Ну, пелетон растягивается. Позиции определяются. Смотрим. Борьба за вторую позицию. Котов, Фролов. По внутренней траектории пытается Александр. Не получается набрать скорость. Так, а там у нас сзади пелетона Пилатов сейчас вылетел. В одном из поворотов. Жаворонков у нас прессингует Евгения Маркова. Курс против Гранты. Я вот не пойму, у нас Жаворонков он в команде едет или он чисто заводская у нас. Раскраска такая. Вот у меня тоже думал, я все-таки это не глюк. Или не успели покрасить. Скорее всего, да. Замыкает десятку. Бескапотный, безбамперный Максим Яськов. Да, устрашающий выглядит Гранта. И вроде бы нормально машина едет, не виляет. Что очень странно. И 13-й у нас Бунеич, вот сейчас будет интересно посмотреть. Ох, на него. Как прорыв. Максим-то откатился, да. На последние ряды. Тяжело ему придется сейчас. Филатов тут прям изо всех сил сопротивляется. Ну, ему кажется, за честь побороться, да, с действующим чемпионом. Приходится ему обычно пропускать на круг таких лидеров. Главное тут не начудить. Да. Ну, пока все корректно. Не удается Максиму пройти. Держится, молодец. Молодец, Стас. Тоже прогрессирует. Ну, Максиму уже, похоже, это преследование уже начинает дрожать и предпринимает все усилия по внешней траектории. Проходит. Обходит Стаса практически как стоячего. Панюшки у нас. Ну, мы слишком увлеклись. Увлеклись мы слишком. Рихтует свой левый бок. А тем временем Котов у нас снова выходит в лидера. Чешнок пропустил. Да, не удалось Алексею удержаться на первой позиции. Видать, сказывается отсутствие практики езды на лидирующих позициях. Позади за ними едет в гордом одиночестве Дмитрий Сысоев на четвертой позиции. Ну, с одной стороны, радует, что уже Сиаты начинают, по сравнению с прошлым сезоном, начинают бороться за лидерские позиции, да, что в прошлом сезоне практически этого не наблюдали. Так, и Фролов у нас уже в лидерах. Опять. Что ж с Котом-то случилось? Была, видимо, ошибка в первом повороте. Слишком широко он вышел. Ну, видно, правый бок подмят у Александра. Кто-то уже переложился. Главное, чтобы это на управление не сказалось. Да, может быть, и на старте. На старте очень было у нас плотно. Много контактов, столкновений. Восьмерка Слободина на пятом месте. Да, его там преследует группа из трех машин Маркова, Жаворонка. Ну и Глоба не отстает, да. Александр Глушненок на 9-й. И замыкает Максим Яськов. А на хвосте у него уже Бунеич. Снова. Да, видно, видать, Максим не на шутку разозлился. Просто за круг по 2-3 пилота обходит.
Да, и вот здесь без труда проходит Максима. Нырнул внутрь, с приличным запасом вышел уже на 10-ю позицию. Так, ну а в лидерах у нас Фролов по-прежнему. Даже я вам скажу, от Котова он отрываться вроде бы начинает. Александр не приближается на дистанцию атаки. Чешинок здесь же неподалеку. Пелотон растянулся. Позиционной борьбы как таковой уже практически нету. Разве что только вот пятая, шестая, седьмая позиция. То есть шестая, седьмая, восьмая позиция. Да, там еще очень даже плотно. Как-то быстро у нас лидирующая группа растягивается. Первая тройка еще более-менее идет в одной группе. Неподалеку от них Дмитрий Сысоев. Ну, Алексей Чешинок хорошо держится хоть на третьей позиции, но не отстает от Александра. Но опять же тут по весовым балансам, гандикапам большая разница. Если у Александра 60 килограммов, то у его преследователя 0 стандартный вес. И если не изменяет память, у Дмитрия Фролова 5 килограмм. Да, совсем легкая машина. Но сейчас, наверное, в наиболее комфортных условиях у нас находится Дмитрий Сысоев. Никого не догоняет, никто сзади не прессингует. Да и какие-то лаги начинаются. Да, это, видимо, проделки сервера опять. Просто жуткие. В последнее время у нас это часто происходило. Так, Буневич уже глобо прессингует. В борьбе за седьмую позицию. Прорывается Макс. Два соотечественника на своей родной трассе и проходит с легкостью. Да, но все равно будет трудно показать достойные результаты. Подиум уже явно не светит. Позади у нас, по-моему, Евгений Марков где-то растерял свой задний спойлер. Да, прям видно, как его там заносит сейчас в последнем повороте. Ну, конечно, это не формула. Антикрылья не так много значит. Даже тот же Максим Ящиков сейчас у нас едет без переднего оперения, без бампера, без капота. Продолжает спокойно движение. Так, и возможно, он скоро партнер по команде даст. Ух, здесь Дмитрий Сысоев. Видимо. Тоже нашел свой отбойник. Да, и опять-таки на выходе из поворота. Так, так что же случилось? Просим у вас, Дмитрий. Потеря концентрации. Просто. Как итог, потерял управление. И машина уже просто. Как ракета полетела в отбойник. Ну, видно, под прямым углом был удар. Так же, как двигатель дымится. Да, и грантовский двигатель просто выключился. Жаль, а тут у нас Александр Котов широко вышел в поворот, уж думал уже он вылетел. Так, на Enigmatic Red Star одновременно столько бед нашло в одном круге. Да, и как и в прошлом сезоне, я помню, Александр Котов вообще не задался этот этап. По-моему, да, даже два схода и тоже во второй гонке он прямо на этом же месте встретил тоже свой отбойник. Да, что-то тоже такое припоминаю. Ну, Алексей Чешунок держится. Да. Два чата у нас сейчас идут на потенциальный подиум. Продолжаем наблюдать за Максимом Буневичем, за его стремителем по проходам аж 13-й позиции. И преследует своего напарника по команде Игоря Слободина в борьбе уже за четвертую позицию. Да, была у них борьба. Была уже. Широко, опасно Максим. На грани практически едет. Да, мог задеть тут покрышки. Спокойно. Вот как раз в этом самом повороте была у них уже борьба на старте. Заходит Максим на внутреннюю. Посмотрим, как удачный выход. Получается вроде бы разогнаться. Мне кажется, Игорь без сопротивления отдает своему напарнику позицию. Да, все равно неплохие очки для команды. Пускай даже не на подиуме.
судя по игровому чату, вроде бы у них там какая-то тактика была, но что-то вроде бы не получилось у них в гонке. Да, на старте они прилично очень откатились. Ну, едут, четвертая, пятая позиция, тоже хорошие очки для команды. Максим Яськов по-прежнему у нас в строю, полностью разбитый. И представитель Эндрю Фрейстинг, Алексей Чешунок, на третьей позиции, тоже хорошие очки. Команде везет уже, остался буквально один круг у нас. Да, здесь Максим Буневич, я думаю, уже ни за что не догонит Алексея, как бы быстро он не ехал. Сразу видно, кто как готовился. Ух, здесь Буневич вылетает в первом повороте. Да что ж такое-то? Снова. Посмотрим запись. Да. Этот пресловутый выход. Те же самые покрышки, можно сказать. Жалко. Жалко. Но тем временем продолжаем наблюдать. Так, Вишненок с пробитым колесом едет. Да, где-то умудрился проколоть. Ну, сейчас его, я думаю, Максим Яськов догонит. Что прям. Да, машина облегченная у него, хоть и с аэродинамикой. Не знаю, здесь проблемы нет. Вроде бы ровно едет машина. Ну, главное, в принципе, чтобы подвеска. Ну, как можно потерять бампер с капотом? Это нужно умудриться. Стас Филатов, девятая позиция. Марков у нас тоже берет пример с партнера по команде. Тоже у него нету переднего бампера. Капот пока что еще на месте. Котов уже на круг подгоняет его. Так, а Яськов тем временем у нас, по-моему, сам получает прокол. Не доехал даже до Лушиненко. Как много у нас проколов-то. Да, и можно сказать, одновременно ее парни умудрились. Веселый этап у нас удался. Да, как в принципе и прошлые сезоны тоже очень веселые гонки выдает нам украинский этап. Да, очень интересная трасса. Ну, а Дмитрий Фролов у нас на третьем секторе уже перед финишным створом летит к своей победе. Хорошо подготовился Дмитрий. Да, безошибочно провел гонку до конца. Не удалось Котову все-таки его догнать. Поздравляем Дмитрия. По-моему, первая победа, да, у него? Если не ошибаюсь, то да. Как и в прошлом сезоне, я помню, он еще на Крузе также одержал уверенную победу. На втором месте Александр Котов. Алексей Чешунок, да? Ок, да. Эндрю Фрейсинг хорошие очки получает благодаря усилиям Алексея. Ну и хотелось бы отметить пару круглых цифр у нас на этом этапе. Это был 20-й финиш Дмитрия Фролова, также 3-я его победа в ATC и 10-й его подиум. Да, видно, знал он свою статистику, стремился к этому. Да, совпало прям все так. Ну и 30-й подиум заработал. В туринге у нас Дмитрий Сысоев. Также 30-й старт был у Сергея Глоба. Да, поздравляем всех с окончанием украинского этапа, после которого в турнирной таблице произошли существенные изменения. Александр Котов набирает 200-е очко. Дмитрий Фролов после своего удачного выступления обгоняет Максима Буневича на 2 очка, занимает вторую позицию. У Максима 135, третья позиция. Дмитрий Сысоев, приехавший на подиум первой гонки, положился на 4 месте, 96 очка. Далее 5-й Сергей Голуб, 60 очков. И 6-й Христо Христо, 58 очков. Александр Глушненок держится пока на 7-й позиции. А вот еще один пилот, Алексей Чешунок, после своего удачного финиша во второй гонке, набравший хорошие очки для своей команды и свой личный зачет, поднимается с 10-й позиции на 8-ю, тем самым обогнав Игоря Слободина,
у которого 36 очков. В командном зачете позиции таковые: Enigmatic Red Star 290 очков, первая позиция. Вторая — Andrew Racing 196 очков. Третья позиция — ZM Racing 181 очко. Четвертая — Nofer Team 85. Пятая — Team Mirage 75 очков. Шестая позиция — Virage Motorsport 56 очков. SVK Virage Fans 44 очка. Седьмая позиция. Восьмая позиция — SVK Virage 13. И столько же 13 очков имеет Нефтеюганск. Пупкин руль на лидирующая тройка выглядит у нас следующим образом. Первый — Александр Кушненов 160 очков. Второй — Алексей Чешнов 142 очка. Третий — Петр Пономарев 124 очка. Ну что ж, закончился шестой этап в Украине. И мы продолжаем свое турне по странам СНГ. И седьмой этап у нас пройдет на российской трассе Смоленское кольцо. Спасибо за внимание. Увидимся. До новых встреч. Пока.